Всем доброго дня! Это анонс нового урока, связанного с Пай Хэ Цюань, с так называемым стилем белого журавля. И в этом уроке вы познакомитесь с базовыми основами, которые вам пригодятся в дальнейшем продвижении в этом стиле. Пай Хэ Цюань подходит как довольно молодым людям, так и людям, которые перешли уже довольно возрастную грань, потому что здесь не требуется ни каких-то надрывных и резких действий. Всю скорость и резкость ваших действий обеспечит вам физика, когда мы будем касаться в этих уроках различных способов набора и сбрасывания импульса. А главным навсегда для тех, кто осваивает этот стиль, останется основная конструкция, основное положение, основные способы защиты и довольно своеобразные атаки и защитные техники, которые очень сильны, очень мощны, очень быстры и при этом легки для исполняющего. Итак, в этом уроке вы познакомитесь с основными шагами. Там будут представлены три основных шага на базе одного базового. Вы познакомитесь с пассивной защитой, с двумя положениями рук и одним ударом ногой. Вы освоите перемещение, собственно, шаги, буквально в динамике, а не в статике. Вы получите общее представление о пассивной защите. На всякий случай сейчас напомню, что активная защита – это та, которая повреждает бьющие конечности противника. Пассивная защита не повреждает бьющих конечности противника, но и не требует от вас почти никаких действий. Что само по себе тоже может быть довольно ценно в зависимости от ситуации. И освоение пассивных защит – это очень важная часть освоения любого боевого искусства. Итак, рекомендую этот урок. Его цена обозначена внизу под видео в описании. О том, как приобретаются такие уроки, тоже внизу будет ссылочка. Также обращаем внимание на PayPal, который там в описании расположен, и при помощи которого вы можете производить оплату. И хороших вам тренировок! Счастливо!